И сегодня глава региона провел встречу с генеральным консулом Италии в Санкт-Петербурге Леонардо Бенчини. Обсуждались вопросы сотрудничества между нашим регионом и европейской страной. В 2015 году объем товарооборота Новгородской области с Италией составил почти 60 миллионов долларов, но это всего лишь 3,5% от внешнеторгового оборота области. Наши предприятия экспортируют древесину и изделия из нее, а также электрические машины, каучук, машиностроительное оборудование. А итальянские, в свою очередь, импортируют пластмассу, механические устройства, изделия из черных металлов. Общаясь с консулом, Сергей Митин выразил надежду, что после сегодняшней встречи отношения между Новгородской областью и Италии станут более тесными и плодотворными. На мой взгляд, все предпосылки есть для этого. Мне довелось побывать в Италии с деловыми поездками, посетить много очень предприятий таких высокотехнологичных. И, конечно, я впечатлен тем уровнем технологий, которые сегодня в Италии существуют. Отметим, что за 2 года работы в должности консула Леонардо Бенчини посетил Великий Новгород впервые. Цель визита – наладить взаимовыгодное сотрудничество для начала в сфере культуры. Мы уже организуем выставки часто, поэтому в декабре будет выставка художника, известного итальянского художника Мантовани. И часто мы организуем, у нас есть куратор Энцо Форнаро, который занимается этим. И, конечно, это самое главное направление, но мы готовы сотрудничать и в экономическом сфере, и во всех сферах. Добавим, Леонардо Бенчини сам увлекается фотографией. Сегодня в центре «Диалог» открывается его персональная выставка под названием «По ту сторону смыслов».